Всем привет, меня зовут Рустам, и я бы хотел вам рассказать свою историю, как я решился построить дом в компании «Алмаз». Три года назад я задумал где-то построить дом или купить. Долго выбирал, искал. Все дома просмотрел, которые были в объявлении везде, но все не устраивало. Либо старые перестройки, либо деревянные. То есть задача моя была, чтобы дом был из кирпича, железобетонные перекрытия, ну и в таком районе, где были бы все новые дома, чтобы не было старых соседей, так сказать. И в этом мне помогла компания «Алмаз». Я к ним приехал по рекомендации моей знакомой. Подъехал навстречу сюда, на участок у Афанасова Никита. Все показал, подробно рассказал, все расписал, максимально все открыто, даже удивительно, все честно подсказывали. После этого подъехали в офис, он показал типовые проекты, что, кстати, очень удобно, когда вы не знаете, как решиться дом строить, то есть сколько комнат, чего. Ну, то есть получился вот такой дом. Стандартной формы, то есть я хотел максимально, чтобы был ровный, прямой и двухэтажный. Плюс Никита на начальном этапе предложил добавить к 130 квадратам уже полезной площади 70 квадратов вспомогательных. Причем добавление дополнительного блока, тем самым, чтобы у нас получился подвал. То есть сделать отдельный вход в подвал. Расскажу самое главное про сроки строительства. Срок строительства дома всего лишь 120 дней, а именно 4 месяца. Когда я пришел, я в это не поверил. Но я начал строиться, и вот смотрите, прошло 4 месяца, и мы стоим в моем личном доме, собственном доме, который я скоро сюда заеду. Здесь у нас будет кухня-гостиная, здесь у нас будет встроенная кухня по всей этой стенке, обеденный стол, и здесь будет большой полумар, где будет все собираться семья. Теперь про документы. Вам не нужно будет ходить, регистрировать дом, собирать документы, выявлять там, как свет подключить, газ, еще что-то. На все это ребята возьмут на свои плечи. Вам остается только оплатить деньги, доехать и жить. И самый главный вопрос, почему я еще бы раз думал строиться только через фирму СК «Алмаз», потому что, когда я начал строиться, я вообще не понимал строить ничего. Какие коммуникации, чего, как, то есть ребята грамотно подскажут. А самое главное, у вас отпадает самое трудное и эффективное затраты – это время. Доставка товаров, стройматериала, то есть различные котлов, как, чего это устроено. Ребята все подделают профессионально и грамотно. Не нужно будет об этом думать. Что теперь касаемо получилось у меня по стоимости? Давайте я вам расскажу, тут никаких секретов нету. У меня получается дом 130 квадратов плюс 70 квадратов – это подвал. Итого 200, участок 600 соток. С отделкой под ключ, то есть только фактически нужно будет заехать сюда, 5 миллионов. И про оплату давайте я вам расскажу. Тут есть у ребят много систем оплаты, но я расскажу свой вариант. Когда строил дом, еще всей суммы не было, но у меня была квартира, которую я продавал. Я внес предоплату в застройку, она небольшая, всего лишь 60 тысяч рублей. Ребята начали строиться, а я потихонечку продавал квартиру. 4 месяца это достаточно, чтобы продать квартиру. На четвертый месяц я продаю квартиру и вношу ту сумму денег, которая мне не доставала. Мне очень удобно понравилось. И самый главный вопрос. Если вы еще не решились строить дом, то приезжайте сюда к нам в Афанасово. Я лично покажу свой дом. А также вы убедитесь, сколько еще домов построила здесь фирма «Алмаз». Можете убедиться лично сам. Этот дом построил они. Да вся эта улица, почти все это поле, все застроено «Алмазом». Приезжайте, будем соседями.